Кто бы что ни говорил, но в Запорожье всегда было немало качественных, классных музыкальных коллективов. Увы, ключевое слово «было». Многие группы, вызывавшие и вызывающие до сих пор восхищение, это история. В ZP Music один из таких бендов – квартет Jungle Bird. Эта команда собралась в 2012 году. Каждый из участников уже имел определенный музыкальный опыт. В разных командах парни играли разную музыку, но в качестве ориентира для Jungle Bird была избрана рок-н-ролльная классика 50-х. Идейным вдохновителем и по совместительству самым буйным рок-н-ролльщиком выступила очаровательная и харизматичная Александра Холмская. Нет, она не жгла номера отелей, но скучно с Сашей определенно не было. За 3 года существования Jungle Bird объездили с концертами всю Украину. У группы был прекрасный потенциал, но судьба распорядилась иначе. В 2015-м квартет распался. Александра и гитарист уехали в Китай, где уже больше года успешно зарабатывают на своем творчестве юани. Барабанщик плотно занялся социологией, а контрабасист полностью погрузился в автобизнес. Такое случается. Мы смотрим видео 2-летней давности, No I Won't Cry.